получился, я считаю, такой зрелищный с обилием моментов. Что касается игры нашей команды, то, конечно, мы рассчитывали на другой результат. Ехали за победой. И, конечно, проигрыш нас огорчил. Получилось два разных тайма. Не знаю почему, но видно, что и команда и двигается, и сил хватает, и моменты создает. Но побеждает тот, кто забивает на один гол больше. Сегодня это было «Динамо» Брест. Мы ищем Володя место там, где он будет забивать постоянно. Много моментов, опять же, ну, наверное, это его старая болезнь, надо, наверное, 10 моментов, чтобы один гол забил.